я закончила университет культуры по классу эстрадно-джазовый вокал. Вообще я пою с 6 лет, и первое у меня образование дирижерско-хоровое. И в моей жизни было много замечательных педагогов, вокалистов, которые пытались меня научить, объяснить, и которые дали мне дорогу в жизнь. Но когда в моей жизни появилась Ольга Анатольевна, лично для меня это перевернуло полностью весь мой мир в вокальном плане, потому что эта методика уникальна. И эта методика именно уникальна для русскоязычного человека, для того человека, который говорит и поет на русском языке. Потому что мы все с вами очень любим зарубежных исполнителей, это несомненно. И мы все пытаемся им подражать, пытаемся пробовать, брать высокие ноты. И что у нас получается? Что одну ноту мы не достаем, другую нам больно брать, третья получается крикливая и так далее. Я думаю, что все эти проблемы многим знакомы. Лично я, когда пришла в институт, у меня не смыкалась си бемоль первой октавы. И для меня это, ну, была большая достаточно проблема. Переходные ноты, высокие ноты. И Ольга Анатольевна показала именно такую уникальную технику, что ты вообще, когда ты ее поставишь, действительно, когда ты этому научишься, ты вообще не задумываешься, как тебе взять эту ноту. Или как тебе нужно там спеть. Это действительно здорово. И сейчас, когда я уже, будучи сама педагог, я вижу такие же проблемы, которые были у меня и у своих детей, и у многих детей на многих конкурсах. И мы задумали эту школу, и Ольга Анатольевна согласилась раскрыть, так сказать, все свои секреты для того, чтобы каждый русскоязычный человек смог петь правильно. Потому что помимо замечательной техники, очень грамотной, которая направлена на русский, да, язык, эта методика вам поможет сохранить ваш голосовой аппарат на долгие-долгие годы в здоровом состоянии, потому что это очень важно. Красиво, мелодично, кантиленно петь – это прекрасно, душевно петь. Но сколько вы пропоете – это тоже большой вопрос, и это на самом деле главная задача для всех вокалистов. Мы же все хотим работать как можно дольше, как можно дольше быть востребованными. Поэтому эта школа направлена именно на ваше здоровье. Прежде всего, чтобы петь свободно, нужна огромная внутренняя воля. И именно поэтому наша школа называется «Свобода и воля». Oh,
Yeah.